О перспективах развития отрасли связи говорили сегодня в Доме Союза в городе Чебоксары. Совещание в рамках выездного заседания провел председатель профсоюзов работников связи России Анатолий Назейкин. Накануне профсоюзные лидеры регионов России и представители аппарата ЦК профсоюза побывали в Казани. А сегодня солнечная Чувашия встретила их с хлебом и солью, народными песнями и плясками. По словам профсоюзного лидера связистов России Анатолия Назейкина, выездные совещания – это не только возможность себя показать, но и других посмотреть. Какие проблемы у связистов того или иного региона, и как они решаются, из каких перспектив складывается будущее всей отрасли, лучше всего узнавать об этом на местах. Заработная плата почтовых работников очень низкая. И, соответственно, вот сейчас провели такую крупномасштабную работу по повышению заработной платы, почти 350 тысяч работников почты. Но там процент повышения он разный, там от 10 до 38%. Информация и связь – понятия практически неразделимы. Успехи в одном направлении практически невозможны при отсутствии динамики в другом. Совместными усилиями удается сделать немало. Наши базисные принципы информационной политики. Это, как я уже говорила, безусловное, бесспорное уважение к человеку труда, которое позволяет рассматривать рабочих как приоритетных участников любого созидательного процесса. Понимание важности диалога, диалог сегодня необходим, и уважение, конечно, к предпринимателям, частному бизнесу, частной инициативе. Из Чебоксар участники совещания отправятся в окружную столицу, Нижний Новгород. Итоги тура будут подведены позже и, скорее всего, станут основой для новых программ в области развития связи. Екатерина Кудряшова, Андрей Шоклев, Республика.